Приветствую вас, и если говорить о детстве, то это не постоянство родителей. То есть вот если прямо говорить о детстве, да, то есть вот что в детстве могло повлиять на вас, то это вот не постоянство родителей, то есть не постоянство их, значит, ну, не постоянство их отношений к вам. Вот. Если говорить чисто о том, что повлияло. Вот. А если говорить более конкретно, наверное, для вас, да, то здесь можно сказать о том, что вы не привыкли себе доверять. Вы не привыкли доверять себе, своим чувствам, своим желаниям, вы не привыкли доверять. Вот. И, соответственно, из-за этого вся ваша проблема. Вот. То есть родители вам в детстве, да, никак вот никак не помогали, не давали вам в чем-то добиться хорошего, в чем-то добиться результата, вот. Понимаете, какая ситуация, вот. То есть мне видится так, вот. И чтобы вам помочь, вот, необходимо, во-первых, выработать адекватное отношение к тем событиям, что происходили в вашей жизни тогда, в детстве, то есть проанализировать, посмотреть, что повлияло на вас, вот, так, ну, что повлияло на вас вот так вот, что вы себе не доверяете, вот, с одной стороны. С другой стороны, нужно рассмотреть то, что с вами происходит сейчас, да, то есть, условно говоря, для чего вы пытаетесь все изучать, то есть, какую цель вы преследуете. Что это за цель, вот. Это тоже нужно выяснить, и с этим тоже нужно поработать. Развитие эмоционального интеллекта также вам, на мой взгляд, здесь рекомендуется, вот. Значит, для этого есть хорошее руководство, вот, в виде книги. Ну, книга – это, по сути, сборник упражнений, называется «Практикум по гештальт-терапии за авторством Федерика Перлза». За авторством Федерика Перлза. Вот. То есть, вы можете прочитать эту книгу, да, посмотреть упражнения, которые там даны, вот, и это, возможно, это поможет вам чувствовать себя лучше, возможно, это поможет вам увидеть то, что хотите вы увидеть, то, что вам нужно, вот, и, соответственно, уже после этого двигаться дальше куда-то, вот. То есть, грубо говоря, быть в ладах с своими эмоциями, грубо говоря. Вот это, собственно, то, что вам необходимо.
Вот. Вполне возможно, что вы следуете каким-то предписаниям своих родителей. Например, предписание в том, что ты ни в чем не будешь лучший. Вот. Или, может быть, еще какие-то есть причины, да. Вот. То есть все это, опять же, нужно разбирать, ибо это ваша индивидуальность. Вот. Начать вам я предложил бы с самого простого, что есть, да, это со своих целей. То есть, что вы хотите. Желания ваши меняться не могут. Могут меняться формы желаний, но не сами желания. Вот. И проблема, на мой взгляд, здесь заключается в том, что вы изменение формы желания воспринимаете как изменение самих желаний. Вот. Ну, это опять же это связано с тем, что вы не привыкли как-то вот, ну, себе доверять. Вот, опять же, это связано с тем, что у вас, может быть, есть, ну, какие-то трудности с распознаванием собственных чувств, вот. Но опять же, этому нужно обучаться. Этому обучается процесс, да, личностного роста, вот, который и обеспечивает психолог. Вот. То есть, так вот, в рамках вашего вопроса, который вы задаете, можно вам только порекомендовать вот книгу, которую я порекомендовал, вот, чтобы вы подготовили себя к работе, чтобы вам было легче, вот, чтобы процесс двигался несколько быстрее, вот. Но все равно это терапия. Вот. Вот так, в принципе, что еще можно добавить? Так, какие ситуации в детстве или вообще могут повлиять на такое поведение? Не ситуации, а отношения скорее. Интересно все, а вот что есть интерес по-вашему? То есть я верю в то, что вам интересно все. Я верю. А вопрос заключается в том, а что есть интерес. То есть, что для вас представляет собой интерес? Вот. Как он, этот интерес, к примеру, да, выражается для вас, опять же. Вот это то, что нужно исследовать, например. Потому что дело здесь не в том, что вам интересно, а в том, что вы понимаете под интересом. Ну, поисследуем, разберемся, поймем. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные. Пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Обязательно прочтите книгу и поработайте с книгой, с теми упражнениями, которые даны в этой книге, хотя бы с первыми из них. Вот, это очень важно. Вот. Я вам желаю быть больше в контакте с собой. Вот. Всего доброго и удачи.